Жители еще с декабря просят убрать свисающие с крыши снежные шапки и сосульки. Но говорят, что до новогодних праздников представители управкомпании по телефону так и не ответили. А после Нового года сказали, что у подрядной организации сломалась вышка. Старший по подъезду даже пыталась сбивать сосульки из окна квартиры. Ну, каждый год отслеживаю, потому что моя квартира находится на последнем этаже. И из окна, из бокового окна, и с балконного окна мне все очень прекрасно видно, какие сосульки образуются. Сосульки и снежные шапки практически по всему периметру дома. Каждая глыба весит десятки килограммов. Упадет, провода оборвет, может еще и замыкание устроить. И козырьки подъездов вдруг обрушит. Один и так в аварийном состоянии. Снег с крыши уже падал. Однажды, я даже могу вам сказать, шла с собакой, и стоял мужчина у соседнего подъезда. На него свалилась сверху лавина. Он, конечно, отпрыгнул. Мы посмотрели, конечно, с ним. Вообще, я не знаю, как, в какой момент что произойдет. В управляющей компании МКП ЖКХ, которая обслуживает данный дом, сказали, что в декабре никаких просьб от жильцов данного дома не получали. А сейчас действительно возникли технические трудности у подрядной организации. Но они оперативно решаются. У нас сейчас там действительно есть свесы, которые необходимо удалить. У нас на самом деле в подрядной организации сломалась вышка. Мы сейчас привлекли стороннюю организацию, которая сегодня с обеда приступит к своей работе. И я думаю, что мы демонтируем, уберем все наледи, свесы, сосульки. Сложность работы еще и в том, что у данного дома мягкая кровля, и ходить по ней лишний раз нельзя, иначе могут возникнуть протечки. Все работы будут вестись именно с вышки. Для панельной пятиэтажки нужна 22-метровая. Именно такая, кстати, использовалась сегодня на улице Горького. За крыши школ и детских садов отвечает управление образования. Все они приведены в порядок. 19-я школа как раз последняя, где сбивали сегодня сосульки. С вышкой помог горводоканал. Вот у нас заявка была в 8 учреждений. Вот сегодня мы последние закрываем. Вот, по сосулькам, и у нас в образовании проблемы такой уже нету. Вот, конечно, зима еще долгая, а погода переменчивая, вполне может быть, что еще появятся сосульки, но я думаю, что также мы оперативно будем справляться, потому что главное – это здоровье и безопасность наших детей. Работы по сбиванию сосулек нужно проводить крайне осторожно. Ломом лучше не пользоваться, чтобы не повредить кровлю. Лучше молоточком, в крайнем случае – лопатой. На образовательных объектах такие работы оплачиваются из фонда по ликвидации аварийных ситуаций. В этом году он составляет 18 миллионов рублей. Опасные места, где возможен сход снега и падение льда, по предписанию технадзора должны быть ограждены. Если сосульки долго не сбивают, на это можно пожаловаться в городское управление ЖКХ. У нас есть штрафные санкции. Это составление протоколов административного правонарушения на юридические и должностные лица. Штрафы там не маленькие, то есть управляющая компания исполняет свои обязанности, так же, как ТСЖ и ЖСК. Уведомления направляются в составление протоколов. Нами проводится мониторинг придомовых территорий, и также следим за кровлями домов. Если управорганизация затянула с очисткой крыши и попала под колпак надзорных органов, то дело, скорее всего, закончится штрафом. На должностное лицо от 5 до 20 тысяч рублей, на юридическое от 20 до 50, а за повторное неисполнение своих обязанностей штрафные санкции многократно возрастают. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал.